Всем привет! Сегодня такой небольшой вложик. Скоро Новый год, и я решила выучить песенку. Вот учу на синтезаторе. В лесу родилась елочка. В том году мы с Машей учили другую песенку. Мы учили с ней про Деда Мороза. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед нам елочку принес. Дед Мороз, Дед Мороз. У нас раньше было большое пианино, но так как мы собирались переезжать, мы не собирались брать его с собой. Мы его отдали друзьям, у которых ребенок пошел в музыкальную школу. Вот. Вроде бы и жалко было, да, столько времени я на нем занималась, играла, и не хотелось кому-то его отдавать вот так вот, а знакомым отдать это даже как-то здорово. Вот. И вместо пианино я купила синтезатор. Нисколько об этом не жалею. У меня синтезатор Casio. По-моему, 4200, если я не ошибаюсь. Детям нравится на нем играть. Ведь у нас тут и нотки наклеены. Здесь много разных тембров, разных звуков, инструментов, оркестр. Вот, допустим, вот этот вот звук. Мне кажется, он такой новогодний, вот как в Новый год, значит, пианино, электропиано, ну, тут все много написано, в общем, я сама еще в нем до конца не разобралась, потому что там очень много надо читать, сидеть и разбираться, времени у меня, как обычно, с тремя детьми не очень много, и поэтому я так для себя, для души играю. Добрый. Машунь, что у нас есть с тобой, смотри. Что у нас есть? А я знаю, что у нас есть. Морковка. Нет, тут нет морковки. Есть! Нет, это снеговик. Часы. Часы. Добрый. Месяц. Смотрим. Морковка, Маш, у нас есть. Еще морковка есть. Привидение! Привидение есть, точно. Привидение есть. Что еще? А! Карандаш! Нет! А, есть! Чего еще есть, Тач? Дерево. Ай, стоп! 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 Стой, стой! А, знак стоп! А я думаю, чего стоп, стоп? Дракон. Молодец. Добаль. Сыр. Зебра! Правильно, ура! Маша зебру увидела. Молодец. Глаз! Глаз, так. Глаз, глаз. Два глаза. Еще что у нас есть? Киска! Киска! Стой! Маш, не бери! Череп она увидела. А, тут картинку! Маш, а Маш, а нет, дочь, а эта картинка остается, малыш. Тими. Это вместе. Давай, кто первый увидит, что есть? Музыкальный ключ. Эй! Все, и подсчитываем очки. Мам. Ух ты, сколько ты цветочков раскрасила. Молодец. Ха, у меня круче. Есть... Еще трофименская звездочка осталась. Так они все украшены. Их надо будет собрать, они же не приклеиваются, а то они на полу все будут. Трофим, закрывай. Собери, мам. Все любят маму. Мам. Ай! Па-пам! Бидин-бидин-бидин.
Мам, давай играть в шахматы. Я тебя научу. Мами, я учи. Маш, мама не умеет. Тима нас будет учить, Маш. Нет, дочь, подожди. Сначала будем пешками. Пешки могут на одну клеточку или нет, вторую. Дочь, там все уже поставлено. Надо будет вот этими ходить. Ну, ходи. Белые первые. Нет, Маш, вот этими будем ходить. Можно на две клеточки? Нет, на одну только. Нет, можно на две. Ты не знаешь. Я вот знаю. Ну, ходи. Машунь, Машунь, там Тима. И ходи, Тим. Ты Тимина не трогай. Вот эту ставь пешку. Нет, это Тимина, Машенька. Тимина не трогай. Ставь вот эту пешечку сюда. Нет, дочь, не так. Вот эту пешечку ставь сюда. Маша, сейчас Тимин ход теперь.